Не просто паспорт. Права гражданина сегодня в торжественной обстановке вручили 14 юношам и девушкам республики. В купольный зал Дома правительства пригласили лучших из лучших. Победители школьных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Решение вручать вместе с паспортом и Конституцию России было принято правительством страны в мае этого года. Коснулось тех, кто получает первый паспорт в жизни, то есть в 14 лет. Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России, считают в руководстве страны. Для детей моего возраста, ребят, это очень важный день. Мы ждали этого момента до 14 лет с нетерпением. Для меня лично большая честь находиться в этом зале сегодня. Я могу процитировать слова летчика Гагарина, космонавта. Как он сказал, самое важное, что я получил при рождении, это гражданство России. Вручение главных документов одновременно должно напомнить ребятам, что кроме прав, которые они получают вместе с паспортом, у них появляются и обязанности. Я очень рада получить паспорт в такой торжественной обстановке. Мне открываются новые возможности. Я могу путешествовать, могу даже найти подработку. Кстати, в новой редакции основного закона страны после всенародной поддержки на референдуме впервые появилось положение о молодежи. Дети стали приоритетом государственной политики, а создание условий для их образования, духовного, нравственного, физического развития – обязанностью властей. Я желаю вам дерзать, не останавливаться, никогда не бояться перемен, изменений, потому что только настрой на вот такой лад, на постоянное движение – быть готовым меняться в соответствии с изменяющимся миром позволит добиваться вам успехов. Вадим Роев, Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Бахтияр Валиев, Республика.